Омске пошел дождь. Мы выехали немножко покатать, потому что по-сухому вообще не с кем. Ну, как и в дождь. В Омске как-то автодвижуха немножко пропадает. Случился такой неприятный крэш, Димаса начал разворачивать, и все, мощная машина слегка вписалась в него. Сейчас мы поедем катать дальше, попробуем проходить по октану и дальше по местным спортам. Old school soldiers passing out the hush, that rocks and bounce in the mosh pit.